стилей. Скачку возглавил хай-фай. Хай-фай под циклом Алексея Волика повел рядом с ним по бровке. Идет диамет. 500 метров пройдет за 34 секунды. Пейс пока не очень резвый лошадь, преодолевая правый поворот. Скачку ведет хай-фай. На втором месте на корпус сзади диамет, на третьем месте Сайвантик. На четвертом месте эпизод. Далее очень кучно, дальним полем перекладывается Фрагман. Фрагман выходит на третье место по противоположной прямой. Сильно налегая на повод. Скачку ведет хай-фай. Далее очень кучно, дальним полем Фрагман и эпизод его захватывают. И втроем повели. Фрагман, эпизод и хай-фай. 500 метров пройдет за 30,7 секунды. Вперед выходит эпизод. Рядом с ним идет Фрагман. Тут же в борьбу включается Darkstar. Darkstar выжил третье место, хай-фай четвертым. На пятом месте Сайлентик, далее Блокбастер и Селин. Скачку ведет эпизод и тут же.